Добрый вечер, наши дорогие участники. Так, постепенно народ будет еще подтягиваться. Мне сказали, что 60 человек записалось на мероприятие. Мне очень приятно, кто сейчас уже здесь находится, кто присоединится или будет смотреть в записи. Это мероприятие программы ТОП ЭКСР. У нас с вами будет часовая встреча в Зуме. Наша техническая поддержка Анастасия, сотрудница института, написано администратор на иконочке. И если у вас возникают какие-то технические вопросы, то можно обращаться к Анастасии в Зуме. Думаю, многие знают, есть опция индивидуальных сообщений, индивидуального чата. Что касается наших общих правил, да, мы с вами будем час вместе. Я приготовила для вас презентацию, слайды, и я готова ответить на те вопросы, которые у вас, может быть, потом возникнут. Я прошу микрофоны держать выключенными, ну, конечно, за исключением того момента, когда вы задаете вопрос. Вопрос можно задать будет микрофон включить или написать в нашем общем чате. Так что это пространство открыто. Я вас всех приветствую, и этот час мы с вами будем погружаться в тему запроса, клиентского запроса. Когда мы с администрацией института выбирали тему для нашей встречи, думали о разных вариантах, я решила, что очень актуальной темой является тема клиентского запроса. Я являюсь не только психотерапевтом, преподавателем, но и супервизором. У меня швейцарский диплом супервизора, я училась на международной программе. Я оказываю супервизии индивидуальные и групповые, и могу сказать, что в огромном количестве случаев проблемы в работе с клиентами возникают именно в связи с запросом. То есть если запрос вначале не сформулирован, если он поменялся, это не обсудили, если запрос потерялся, если запрос был сформулирован, но некорректно, из серии клиентской сложности, потому что она выйдет замуж. Но есть определенная жалоба, явно это проблемная тема у клиентки, и здесь очень важно правильно сформулировать запрос. И вот выявить запрос клиента и идти в направлении его реализации очень хорошо помогает тело клиента. Я являюсь телесно-ориентированным психотерапевтом, я в этом направлении более 20 лет. И мне кажется, профессионалу, работающему в сфере психотерапии, очень важно обращать внимание на тело клиента. Не обязательно всем становиться телесно-ориентированными психотерапевтами. Да, у нас не секта, мы не говорим, что это обязательно. Но важно обращать внимание на тело и понимать его. Поэтому хотя бы какое-то общее представление о психологии телесности и о телесно-ориентированной психотерапии важно для психотерапевта, в каком бы подходе он ни работал. И вот сейчас мы с вами поговорим о том, как же тело клиента помогает психотерапии. Клиент и его бессознательное помогают психотерапии. Конечно, вечно терапевтической работы – это сопротивление. Клиент хочет каких-то изменений в жизни, но он их боится. Мы все боимся изменений, потому что изменения – это нарушение гомеостаза, то есть привычного равновесия. Ну, пускай болото, но свое, знакомое, родное, каждую почку знаю. А вот изменения, ну, может, конечно, все станет прекрасным озером, а мало ли, вдруг в этом прекрасном озере водится чудовище. Вот это говорит сопротивление клиента, как бы защищая его от перемен, от того, чем они чреваты. Ну, если клиент находится в нашем кабинете, значит, он готов с нами сотрудничать, и есть клиент, тот, который все-таки хочет идти в перемены. И
поддержать клиента, да, который ему сейчас необходимо на жизненном пути, в этом помогает тело. Тело – это то, что у клиента есть 24 лет, или при онлайн-работе обязательно у него есть тело, и оно с нами тоже разговаривает. Да, по поводу звука вопрос. Анастасия, все ли нормально со звуком? Чуть-чуть прыгает. Я вот сейчас как раз думаю, что с этим лучше сделать. У вас немножко, немножко подвисает видео. Так. Угу. Еще очень плохо прыгает. Так. Вот я только что с клиентами работала, связь была стабильная. Да. Угу. Давайте еще раз попробуем. Раз, два, три. Как сейчас? Я могу попробовать перейти на другое устройство, если есть проблемы здесь. Давайте попробуем с другого устройства. Да, вот. Давайте. Так, как здесь связь? Видно, слышно? Да, похоже, здесь лучше. Замечательно. Ну, хорошо, да, выход нашли. Вот, если резюмировать то, что я говорила до этого, да, что не обязательно быть именно профессиональным телесно-ориентированным психотерапевтом, который обучался много, там, десятков, там, сотен, тысяч часов психотерапии, но... Если вы психотерапевт, работающий с клиентом, неважно в каком подходе, важно обращать внимание на тело клиента, да, понимать. И в этом плане, мне кажется, что знакомство с психологией телесности и телесно-ориентированной психотерапии будет полезно для специалиста, психотерапевта, работающего в любом направлении. Да, и тело клиента – это то, что всегда с ним. И бессознательное клиента – разговаривает с нами через его тело. Поэтому тело клиента – замечательный инструмент диагностической и терапевтической работы. Ну что, я попрошу Анастасию открыть слайды, да, будем углубляться в эту тему. Итак, да, наша тема. Вот были проблемы со звуком, поэтому немножечко повторю, почему именно эту тему мы выбрали для встречи. Вот мой супервизорский опыт помощи коллегам показывает, что очень часто проблемы в работе с клиентом возникают из-за запроса. Если запрос клиента не был сформулирован, то есть клиент приходит, рассказывает историю своей жизни, жалуется, и терапевт с места в карьер начинает работать. Ну, представьте себе, как пациент переступил порог кабинета врача и говорит: у меня болит живот. А врач ему сходу говорит: а, вот все понятно, держите там таблетки. Да? Ну, мало ли, почему у него болит живот, да? Миллион причин. Вот. Поэтому очень важно прояснять запрос клиента. А иногда бывает так, что запрос получен, и терапевт и клиент, знаете, как такие скачущие блоки. Когда работа то с одним, то с другим возникает, да, и не хватает последовательности. Или бывает так, что запрос клиента ложный. Ну, как пример, ко мне как-то обратился клиент, употребляющий наркотики, то есть аддикт, да, страдающий наркоманией. И при этом он хотел работать не с аддикцией, говорит: я раздражительный, давайте работать с моей раздражительностью. Но это, знаете, как вышивать крестиком на пожаре.
Да, то есть надо работать, ну, вот, существо с тем, что на самом деле проблема. Или запрос клиента сформулирован некорректно. Из серии там «Мне одиноко, я хочу, чтобы у меня появились внуки». Да? Запрос должен быть про себя. Вот. И работу психотерапевта по выявлению запроса и подвижению к реализации запроса очень облегчает тело клиента. Потому что через тело клиента бессознательное рассказывает нам, в чем на самом деле его надоба, его проблема, да, и как нам клиента вести, да, что происходит при этом. Пожалуйста, следующий слайд. Мы не со всеми знакомы, вот часть аудитории, я вижу, да, знакомые имена и лица, не со всеми знакомы. Я немножечко представлюсь. Ирина Александровна Соловьева, я психолог, у меня базовое психологическое образование. Я специалист в разных психотерапевтических подходах. Это арт-терапия, психосинтез, работа с символами, работа с аддикцией и телесно-ориентированная психотерапия. Вот телесно-ориентированная психотерапия – это направление, в котором я больше 20 лет. Я работаю индивидуально, работаю с группами. Я тренер, преподаватель, супервизор. И я являюсь руководителем программы по телесно-ориентированной психотерапии в ЭКСР. Для меня это очень важная такая часть моей профессиональной деятельности и взаимосвязи с миром, что вот за эти годы я вижу, как у людей перестраиваются взаимоотношения с их телами. И когда к нам приходят вот на обучающую программу, что в начале программы и что потом, ну, примерно через полтора года на выходе, в жизни человека происходят большие перемены, в первую очередь во взаимоотношениях с собой. И, ну, это всегда радостно видеть, когда человек больше видит, слышит, чувствует, принимает свое тело, больше становится как бы тождественным себе и может тогда идти по своему жизненному пути. Ну и добавлю еще часть моей профессиональной деятельности – это написание книг. У меня 10 книг, они на разные психологические темы, в основном психологические, и две крайние книги, они как раз посвящены телесно-ориентированной психотерапии. Ну, о них чуть более подробнее я расскажу потом, в завершении. Пожалуйста, дальше. Да, ко мне можно просто Ирина обращаться без отчества. Итак, давайте сперва поговорим о том, что же такое телесно-ориентированная психотерапия. Вот в первую очередь это психотерапия. Просто она в своей работе задействует тело и для диагностики, и для коррекции. Почему такой слайд? Мы видим, как разными дорогами можно идти к одной цели. Дороги сливаются воедино. Сольются тысячи дорог в один единый путь. Начало знаю, а итог знаю как-нибудь. Толкин. Психотерапия – это работа по запросу. То есть психотерапевтическая работа обязательно должна иметь цель. И про эту цель с клиентом нужно договориться. Причем в самом начале работы. И к этой цели можно идти разными путями. Например, арт-терапия работает через искусство, через творчество. Готовые произведения искусства, создание произведения искусства. У нас, кстати, в ЭКСР в конце января запускается программа по арт-терапии онлайн. Вот кому интересно, вы на нашем сайте можете узнать более подробно. Вот. А телесно-ориентированная психотерапия задействует тело. Как и почему это возможно? Пожалуйста, следующий слайд. Примерно 100 лет назад вот в Вене работал психоаналитик Вильгельм Райх, один из учеников Фрейда, член психоаналитического кружка этого знаменитого венского на тот момент.
И он был очень наблюдательным человеком. Помним, это психоаналитическая акушетка, да, на которой пациент лежит, он не видит психоаналитика, но психоаналитик замечательным образом его видит. Райх наблюдал за телесными реакциями своих пациентов, и он обратил внимание, что самые разные люди, там, мужчины, женщины, разных возрастов, там, разных профессий, да, из разных социальных страт, вот, но когда они говорят про одно и то же на психологическом уровне, у них одинаковые телесные реакции. А как бы мы с вами ни различались, в том числе вот, да, и здесь собравшиеся, вот есть глубинный психологический уровень, на котором мы все одинаковые. Мы хотим любви, принятия, нуждаемся в ней. Мы болезненно переживаем одиночество, и страдание от одиночества, например, устроено у людей примерно одинаковым образом. И есть вот этот единый общечеловеческий пласт, как наша психологическая жизнь отображается в теле. Райх начал исследовать эти закономерности и создал собственное направление, ну, которое сейчас активно разветвилось, называется, да, телесно-ориентированной психотерапией, и в нем входят десятки и десятки официально признанных школ во всем мире. У нас в России есть тоже наше собственное направление, это танатотерапия Владимира Юрьевича Баскакова. Вот он сотрудничает иногда с нашим институтом, очень приятно. Его статья вышла во втором выпуске журнала «Грани телесности». Вы тоже можете найти информацию у наших менеджеров или на сайте. Это журнал, который наша программа выпускает в электронном виде. Первый выпуск в печатном, второй только в электронном. Вот там есть статья о танатотерапии Владимира Юрьевича Баскакова. Он выступал у нас на конференции в 2020 году. Да, проходила наша конференция. Вот. Очень много разных направлений телесно-ориентированной психотерапии. Вот. И наша обучающая программа – это комплексный подход. То есть наших студентов мы стараемся познакомить с разными направлениями, да, с центральными школами. Но как бы эти школы ни различались, они все базируются на неких общих принципах. Давайте их рассмотрим дальше. Слайд. Да. Итак, тело не врет. Вот смотрите, когда клиент приходит в наш кабинет, он приходит с жалобами. То есть к психотерапевту не приходит рассказать, как все замечательно и чудесно, да, рассказать о хорошей жизни. Вот как к врачу обычно приходят, когда что-то не так, там есть боль, какие-то проблемы со здоровьем, так и к психологу, психотерапевту тоже приходят, когда есть какая-то боль, но на уровне душевном, психологическом. Боль – это сигнал о нарушении целостности. Боль телесная, у нас есть болевые рецепторы, они говорят, ну, например, если мы обожглись, порезались, даже если у нас глаза закрыты, мы это не видим, мы это чувствуем. Да, и мы можем там, вовремя там, руку отдернуть, если схватились там, случайно за горячую сковородку. И можно сказать, что болевые рецепторы есть у нашей души. То есть мы можем испытывать эмоциональную боль. Тогда отправляемся к психологу-психотерапевту, если сами не можем с этим справиться и восстановить свою целостность. Вот когда в нашем кабинете оказался клиент, он начинает на что-то жаловаться. Как-то говорится, больной, на что вы жалуетесь? Что у него в жизни не так. И клиент на словах, на уровне вербальном может очень много врать. Про себя, про свою жизнь, про свои проблемы, про то, что он хочет, что у него происходит. А его тело не врет. Помните в советском фильме «Обыкновенное чудо»? «Я 3 дня скакала за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны». Вот на словах наши клиенты часто большие лжецы, а их тело в кабинете рассказывает правду. Например, представьте себе клиента, который жалуется на то, что он такой застенчивый, неуверенный в себе, робкий, с низкой самооценкой, и при этом он сидит в такой царственной позе, да, и говорит с такими: «Я очень застенчивый человек. Вы знаете, я так стесняюсь, настолько не уверен в себе,
Ага. И более базовым уровнем, конечно, является тело. Почему? В нашей нервной системе есть иерархия. Есть высшие структуры головного мозга, есть неокортекс, да, кора больших полушарий. Но это сознательные представления клиента о себе, о своей жизни, о проблемах. А есть низшие структуры головного мозга, например, лимбическая система как субстрат для эмоциональной сферы и так далее. И есть определенная иерархия. Вот более сильный уровень, более нижележащий, потому что эволюционно он появился раньше, он дольше существует, он дольше помогал нам выживать. Да? Поэтому у него есть как-то право первородства, так сказать. И на вербальном уровне клиент обычно себя контролирует, что-то говорит сознательно, но он не может контролировать все свои невербальные реакции. Да? То есть что у него происходит на эмоциональном уровне, что он при этом показывает, это уровень более глубокий. Например, клиент может говорить: «Я спокоен», но вертеть в руках ручку. Или клиентка может говорить, как она любит своего мужа, как она ему все прощает, как она на него не обижается ни за что. Но при этом ее тело показывает гнев. Смотрите на тело клиента, оно не врет. Следующий слайд. Тело помнит все. То есть буквально с самых первых недель с момента зачатия, кто-то считает там, после 3 недель, некоторые что говорят вообще с момента зачатия, да, это путешествие оплодотворенной яйцеклетки. Вот. Кто-то говорит там со 2-го триместра, так как ни один младенец не признался, да, с какого момента там, его тело что-то помнит, да? Мы про это можем что-то предполагать. Вот. Но факт в том, что да, тело помнит пренатальный период, тело помнит роды, и тело помнит все то, что с нами происходило. То есть на уровне сознательном клиент может что-то не понимать, что-то из своей истории вытеснять. Но его тело про это помнит. А, например, да, нередко, когда клиенты, чаще клиентки, да, обращаются с какими-то проблемами взрослой жизни, связанной с сексуальной жизнью, их взрослой, да, они не имеют сознательной памяти про то, как что происходило в их детстве. Но их тело начинает показывать страх, стыд, смущение, подавленную агрессию и то, что является памятью тела о сексуальном абьюзе. И потом через время начинают разворачиваться воспоминания. И нередко эти воспоминания связаны с какой-то очень затабуированной фигурой, то есть это какие-то инцестозные нередко истории, то есть это мог быть отчим, там мог быть кузен, или просто очень близкий друг семьи, да, которому было большое доверие. Вот. И если наша память подавлена и репрессирована, тело все равно помнит все, да, и расскажет про историю клиента, его запрос, то, что сознательно он не расскажет. Пожалуйста, следующий слайд. Вот телесное и психологическое равны тождественным. Да, это базовый постулат телесно-ориентированной психотерапии. Поэтому нам очень важно смотреть, есть ли так называемая конгруентность запроса клиента. Что такое конгруентность запроса клиента? То есть соответствие, тождественность, искренность. Это когда совпадает то, что он говорит на вербальном уровне, и то, что он говорит своим телом, рассказывает на уровне невербальном. Именно тело показывает, вот, что на самом деле, да, с ним происходит на уровне психологическом. Например, да, вот я упоминала там, например, клиентки, которые хотят выйти замуж, не складываются отношения. Нередко здесь может быть противоречие на сознательном уровне. Я хочу замуж, совместную жизнь с мужчиной, а тело показывает очень много страха.
Особенно, когда клиентка начинает говорить вот про поле женско-мужских отношений, про возможную вероятность отношений. И тело начинает посылать сигналы страха, дистанцирования и выстраивания границ. Да? И мы можем тогда предположить, что у нее есть недоверие к мужчинам. Недоверие, страх и очень, ну, такие дистантные границы. То есть, несмотря на сознательное желание близости с мужчинами, она их близко к себе не подпускает. И тело отображает, да, вот этот более глубокий психологический момент. Следующий слайд. Вот как раз, да, хотела проиллюстрировать, да, два языка запроса, вербальный и невербальный. Это очень выразительный котенок, да, который протягивает цветок или держит цветок. Да, при этом он такая стесняшка, как будто хочется контакта, не хочется контакта. Да, такая, ну, яркая, да, эмоциональная яркая фигура. Вот. А когда клиент рассказывает про свой запрос на соестном уровне, его тело может подтверждать этот запрос. Например, клиент говорит о том, что в последнее время у него плохой сон, плохой аппетит, высокая тревога. Мы видим, что он сидит напряженно, постоянно ерзает, не может как-то остановиться и расслабиться. Это конгруентно тому, о чем он говорит, да, его жалобы. И тогда, возможно, его вербальный запрос – это снижение тревоги, стабилизация состояния, да? Комфортное, стабильное, спокойное состояние, да? Или там, освоение навыков самопомощи в состоянии тревоги, когда он мог бы сам себя успокаивать. Но с некоторыми клиентами мы видим, что их вербальный язык и язык невербальный у запроса не совпадают. И что тогда делать? Вот одна из ролей психотерапевта – это роль зеркала. Мы показываем клиенту, вот что с тобой происходит. Потому что клиент не совсем осознан. Ну, иначе бы, да, возможно, он в кабинете нашем и не был бы. И мы прямо возвращаем ему в обратной связи. Мы говорим, да, вот сейчас на словах вы рассказываете такую историю, но ваше тело рассказывает другую историю. Посмотрите, обратите внимание на реакции своего тела. Как вам кажется, какую историю рассказывает ваше тело? Угу. Мы прям можем отзеркалить та поза, в которой клиент сидит, интонации, с которыми он говорит, жестикуляцию, мимику. И это становится ключиком к истинному запросу клиента, да, с тем, что на самом деле, с чем он на самом деле пришел в кабинет. Такое нередко бывает, когда клиент пришел изначально с одним запросом, но уже потом в процессе обсуждения вот этой болезненной темы с терапевтом, он понимает, что да, на самом деле его запрос другой, и, возможно, запрос переходит на более глубокий уровень. Ну, например, могут быть жалобы у клиентки на отношения с мужем, много конфликтов, она думает про развод. И первоначально может быть запрос принять решение, там, развожусь или не развожусь с мужем. Но когда осознанность клиентки становится более глубокой, то запрос может перейти на более глубокий уровень и быть переформулирован. Например, запрос на сепарацию от родителей. Может быть, понимание того, что проблема во взаимоотношениях с мужем – это следствие несепарированности от родителей. Ну и тогда, да, этого мужа можно менять там, на второго, третьего, десятого. Но все будет то же самое, да, пока нету отделенности от родителей. И тогда важно работать с сепарацией от родителей, и тогда в другом состоянии уже клиентка сможет принять более оптимальное для себя решение про отношения с родителями.
данном состоянии, когда мы осознаны и заземлены. Пожалуйста, следующий слайд. Люблю эту картинку тоже, да, с котиком. Котик трется о лампу, да, как делают все котики. И Джин ему говорит, опять ты перестань тереться о лампу. Вот психотерапевт иногда оказывается вот таким вот Джином. А клиент превращается в котика, который все время трется о лампу и непонятно вообще, что он хочет. Поэтому если говорить про запрос клиента терапевтический, то он должен соответствовать определенным критериям. То есть запрос должен быть про себя. Не то, что я хочу, чтобы у моего сына родились дети. Да? У меня тогда были внуки. А про себя. Например, я хочу поддерживать себя в состоянии одиночества. Или я хочу стать более самодостаточной. Или я хочу, чтобы мне было комфортно быть с собой наедине. Следующее. Запрос должен быть кратким. То есть какие-то длиннющие вот все эти формулировки наше бессознательное клиента не очень воспринимает. Вот чем более кратко сформулирован запрос, тем более конкретная цель стоит тогда у бессознательного клиента. Когда эта цель сформулировано, это как мишень, в которую летит стрела. То есть важно целеполагание, когда бессознательное сформулировало цель, да, четко, кратко, оно уже начинает простраивать к нему дорожки. Ну вот, предположим, вы вдруг сейчас вечером очень захотели вишневый йогурт. Вот прям очень-очень-очень. У вас есть четкая, краткая цель. Хочу вишневый йогурт. И вы невольно начнете думать, какой ваш путь к вишневому йогурту. Холодильник, он у вас там уже есть. Может, нету. Какой ближайший супермаркет. Супермаркет, который работает в это время суток, вот сколько времени в вашем городе сейчас. Да? Потому что наши формулировка запроса помогает, да, бессознательному прокладывать туда дорожку. Следующее. Запрос клиента должен быть один в одном. Нет, два в одном, как шампунь, а один в одном. Вот клиенты иногда бывают хитренькие. Да? У меня есть только один запрос, и я хочу вот это, вот второе, третье, десерты, мороженое, пирожное и вообще. Да, вполне может быть, у клиента много потребностей и надо. Но мы в этом случае просим клиента выстроить иерархию своих потребностей, и это уже будет терапевтично. Мы можем с клиентом обсудить, какие запросы у него есть для терапевтического процесса. Может быть, окажется, что у них у всех один корень. Например, хочу снизить тревожность, хочу повысить уверенность в себе, да, хочу там более спокойно себя чувствовать во время публичных выступлений, я хочу там начать предъявляться в социальных сетях. И может казаться, что это про что-то одно. Например, про большую заземленность, да, большую уверенность в себе, да, стабилизацию состояния. Вот. Или же, если все-таки вопросы про разные, тогда важно выбрать, с чего начать. И в этом, опять же, помогает тело клиента, которое как некая книга, которую просто важно уметь читать, да? Потому что тело посылает определенные сигналы. Например, если тело клиента говорит о том, что у него сейчас очень сложное эмоциональное состояние в этот период жизни, а в запросе у него есть, например, один запрос – стабилизация состояния, второй запрос – выбор по поводу профессиональной деятельности, третий запрос – выбор, там, расходиться с этим партнером или нет. А тело, да, прям фонит вот, ну, нестабильностью, да, эмоциональной. Мы можем обратить на это внимание клиента, и тогда иерархически
начать со стабилизации состояния и после этого уже переходить к другим запросам. Следующее. Важно, чтобы запрос клиента был понятным. Ну, пример из практики. Одна клиентка, да, говорит, я хочу женское счастье. Говорю, что такое женское счастье для вас? Ну, она уходит в защитную агрессию, начинает нападать, говорит, вам что, непонятно, что такое женское счастье? Говорю, непонятно, что для меня женское счастье. Но я подозреваю, что для вас ваше женское счастье – это что-то другое. Да? Вот что для вас женское счастье? Опишите. Она начинает рассказывать, начинает со слов, во-первых, жить отдельно. Да? И мы выходим на тему того, что у нее был алкогольный брак с эмоциональным и физическим насилием. Да? Она боится мужчин. С одной стороны, страдает от одиночества, а с другой стороны, боится близости. Да? Такой сильный внутренний конфликт оказывается. Вот. Поэтому очень важно с клиентом прояснить. Вы знаете же шутку, да, о том, что психотерапевт должен быть тупым, ленивым, да, и жадным, вот, чтобы работал клиент, работало его бессознательно. Да? И вот здесь мы начинаем играть немножко в тупого такого терапевта и задаваться вопросом, вот, что это для вас? Да? Я хочу гармонию. Что для вас гармония? Да? Хочу счастья. Что для вас счастье? И мы обращаем внимание на тело всегда, да? В теле есть информация константная, например, структура характера клиента. Вот какой он сам по себе, да, всегда. Какая структура характера психологически сформировалась в детстве и пронесется во взрослую жизнь. Константные характеристики. А есть характеристики сиюмоментные. Да? То есть здесь и сейчас клиент с определенной константной структурой характера может быть в состоянии раздражения, тревоги, печали, радости и так далее. И вот когда мы проясняем с клиентом запрос, очень важно обращать внимание его телесные реакции, как они подтверждают. Да? Вот, бывает так, что клиент вот проговорил ну, что-то для себя такое очень важное, его тело это подтверждает, сильные телесные реакции, может быть активное движение, может быть замирание дыхания. И в этот момент мы как терапевты можем сказать, о, это что-то важное для вас, я вижу по сигналам вашего тела. Ваше тело как бы маркирует, обращает на это внимание. Вот. И следующий момент, когда мы помогаем, да, клиенту сформулировать запрос, это критерии реализации запроса. То есть, чтобы терапия не была бесконечной длиной жизни, да, понятно, это неправильно, это отсутствие сепарации, да, незавершенная сепарационная модель. Нужно понять, когда запрос реализован, тогда завершена терапия или терапия будет по следующему запросу уже. Вот. И важно, чтобы мы это проговорили в самом начале, да, договорились. Клиенты тогда могут быть достаточно четкие критерии, да, что запрос реализован. Например, если у нас клиент с высокой тревожностью жалуется на нее, и запрос на стабилизацию состояния, снижение тревожности, на заземление, то тогда критериями реализации запроса, например, может быть нормализация сна, да, спать там, достаточное количество часов, там, не просыпаясь, да, сон спокойный, достаточно быстро засыпать, там, хороший аппетит и так далее. Угу. Вот. И когда мы говорим про критерии реализации запроса, да, здесь важно обратить внимание снова на тело. Да. Вот когда наш клиент хочет попасть из пункта А в пункт Б, да, из настоящего в точку реализации запроса, важно проверить, действительно ли это то, что он хочет на самом деле. И здесь можно задать следующий вопрос. Представьте, что ваш запрос реализован. То есть вы оказались в этом будущем. Прям закройте глаза. Когда клиент закрывает глаза, у него снижается сознательный контроль, и он переходит на более глубокий уровень контакта с собой. Символически смотрит зрачками вовнутрь. Свой внутренний мир. Итак, представьте, что ваш запрос реализован,
И что вы телесно при этом ощущаете, да? Как вы эмоционально проживаете и телесно ощущаете. У тела могут быть сигналы «да», да, это тот запрос, который я хочу, это моя цель. Что это будет? Глубокое дыхание, тепло, или расслабление, или приятное небольшое возбуждение. Это приятное ощущение в теле. А могут быть сигналы «нет». Это ограничение дыхания, замирание, мышечное напряжение, даже сигналы боли, дискомфорт в теле, холод, да? Напряжение, которое приводит, может, к замиранию, а может, к какой-то компульсивной деятельности, когда вот прям надо-надо что-то поделать, сбросить это напряжение. Так что тело очень хорошо помогает проверить, действительно ли запрос, да, тот, который по-настоящему хочет клиент. Помните, бойтесь своих желаний, они сбываются. В общем-то, да, хорошо бы проверить, что на самом деле я хочу. Дальше. Итак, когда клиент приходит в наш кабинет, он начинает с жалоб. С жалоб на вербальном уровне, да, в словесном, рассказывает про проблемную ситуацию. Жалобы не являются запросом. То есть у меня плохие отношения с мужем, непонятно, что клиентка хочет вообще в этой ситуации, в общем-то, да? И здесь мы проясняем, мы выслушиваем жалобы, говорим, да, окей, спасибо, вы поделились, вы обрисовали ситуацию, и что бы вам тогда хотелось? И это первичный запрос клиента. Что клиент хочет от терапии. Да, еще раз напомню, что есть два языка запроса. Итак, сформулирован первичный запрос на вербальном уровне, на словах. И важно проверить, подтверждает ли его тело, есть ли какое-то противоречие в телесных реакциях, да, или все совпадает. И далее, ну, обычно не на первой встрече, а по ходу работы проявляется более глубинный запрос. И перейти на более глубинный запрос как раз часто помогает тело клиента и работа с телом, потому что тело начинает показывать очень глубокий бессознательный материал. Подавленные чувства, травмы, регрессивный материал, что-то из детства. И тогда можно понять, кто же там в глубинах бессознательного. Поэтому, как картинку, я вам предложила айсберг. У него совсем маленькая верхушка торчит над водой. Это первичный запрос клиента, жалобы, первичный запрос. И глубинный запрос – это вот то, что там в глубине. И прийти на этот глубинный уровень обычно помогает, часто помогает, да, задействование тела. Я не говорю, что только задействование тела. Понятно, что есть, да, и другие способы. Но задействование тела – это очень быстрый, эффективный, прямой путь туда, на глубину бессознательного. Вот, например, на словах клиенту можно 100 раз сказать «я здесь, я рядом». А можно 1 раз обнять. Можно на словах сказать «я вас поддерживаю». А можно дать телесную поддержку. И это будет уровень гораздо более глубокий. Дальше. Это фотография с одного из модулей нашей программы, как раз наш первый поток, ну, часть, да, группы. Вот. Телесно-ориентированная психотерапия активно задействует тело, да, и для диагностики, и для терапии. То есть диагностически мы понимаем, в чем именно, возможно, нарушена целостность клиента. Проблема может быть в актуальном состоянии клиента в данный период жизни. Например, какой-то социально сложный период, когда много неопределенностей, естественно, повышается тревога. У кого-то тревога приводит к замиранию, как разновидности бегства, а у кого-то, мы знаем, да, стресс приводит к нападению. И тогда вместе с тревогой повышается агрессивность. Такой человек начинает
срываться на близких. А может быть, да, тело, да, клиента нам подсказывает, что актуальна работа с материалом не настоящего времени, не с нынешней ситуацией в его жизни, а что-то из его детства, что просто фонит в настоящем. Ну, например, если говорить про те же периоды неопределенности, когда высокая тревога, то лучше через них проходят те, у кого было стабильное детство. И в детстве сформировалась хорошая система внутренней опорности, да, опоры на самого себя, регуляции своего состояния, потому что были хорошие внешние опоры. То есть были рядом хорошие взрослые, хотя бы один, да, если повезло, хотя бы один. Рядом был взрослый, который был хорошей, опорной, любящей, принимающей, стабильной фигурой, интериоризировался, питался вовнутрь и внутри нас пронесся во взрослую жизнь. И как часть нашей личности, да, поддерживает наше функционирование в настоящем. Вот. Тело может говорить о том, какие дефициты были в детстве. Они проявляются в настоящем, да, они фонят, поэтому очень важно восполнять детские дефициты в настоящем. И это можно делать через тело, потому что для бессознательного времени нету. И то, что было в нашем детстве, на телесном, эмоциональном, на бессознательном уровне, оно живет в нас до сих пор, если оно в детстве не было прожито, пережито, да, правильным образом интегрировано. Это как бы метакапсула, произошло инкапсулирование этого материала. Эта капсула символически сидит в нашем теле и фонит в настоящем. И тело – это прекрасный инструмент терапевтической работы, то есть движение к реализации запроса клиента. Да? Как мы включаем тело? Есть разные методы телесно-ориентированной психотерапии, ну, помогающие идти к реализации запроса, то есть к цели, которую поставили перед работой. Конечно, это телесный контакт, это, наверное, первое, что приходит в голову. Очень многим, вот когда мы говорим про телесно-ориентированную психотерапию. Но не только, в общем-то, телесно-ориентированная психотерапия в формате онлайн очень развита в наше время. И в нашем институте вот я проводила цикл вебинаров «Работа в телесно-ориентированной психотерапии в формате онлайн». Вы можете обратиться по поводу этой записи в институт. Для кого это интересно. Я, например, уже год живу на Кипре, и сейчас я со всеми клиентами работаю онлайн, но активно задействую тело. Каким образом? Это телесное сознавание, то есть ощущение, да, сознавание, вчувствование в свое тело. Это медитации, это работа с движением, это телесные позы статичные, это работа с дыханием. Это тело как метафора, да, когда клиент своим телом метафорически изображает, например, свое актуальное состояние, или что такое для него поддержка, что такое забота. Вот. Что еще? Есть рисуночные техники, которые используются в телесно-ориентированной психотерапии. Например, можно нарисовать телесный симптом какой-то, который беспокоит. Так что тело, да, является инструментом психотерапии, и задействование тела клиента позволяет производить трансформацию на глубинном бессознательном уровне. И эта трансформация правдивая, настоящая, потому что тело не врет. То есть, ну, не так, что, знаете, как это на таких, ну, как это псевдо-трансформации, когда, а давайте договоримся, что с этого дня мы все себя ощущаем там веселыми, счастливыми, радостными и наслаждаемся жизнью. Было бы здорово, если бы было вот так легко это сделать, да, и принимаю решение быть счастливой, и я счастлива. Вот, конечно, настоящие трансформации внутренние, они требуют времени, да, они требуют, ну, внутренней правды. Дальше. Хочу здесь немножечко, да, вот
рассказать, да, кому интересно углубиться в столб. Вот это моя крайняя книга, которая вышла. Она посвящена телесно-ориентированной психотерапии и структурам характера, то есть психологическим типам. Как нас формирует любовь? То есть желание любить, быть любимым – это наша естественная потребность, и взаимосвязь любви лежит в основе нашей взаимосвязи с миром и с собой. И в зависимости от того, как нас любили в детстве, мы любим себя и умеем любить окружающих. Вот именно любовь, то, как нас любили, формирует нашу структуру характера в детстве. Но во взрослости она может корректироваться. Есть упражнения в этой книге, много, да, 120 упражнений, которые помогают работать с клиентами. Есть упражнения, которые можно использовать для самопомощи, для работы с собой, да, чтобы что-то корректировать, трансформировать в своем настоящем. И тоже, кому интересно углубиться в топ, у меня есть еще одна книга «Работа с клиентом в телесно-ориентированной психотерапии». Там тоже много упражнений, и больше 100, тоже, по-моему, 160. Они тематически разбиты на разные разделы. То есть работа с эмоциями, работа с границами, работа с заземлением, с центрированием и так далее. Да? Все упражнения задействуют тело, и упражнения какие-то для индивидуальной, для групповой работы с клиентами, а какие-то можно использовать для работы с собой и для самопомощи. Дальше. Я хочу немножечко рассказать, да, вот в нашей программе ТОП ЭКСР начинается новый поток 10-11 декабря. Он стартует, будет длиться примерно полтора года, там 13 обучающих модулей двухдневных. Вот про все, да, вы подробнее можете узнать у нас на сайте у нашего менеджера Галины, вот, сотрудников института. А я хочу рассказать вот про то, что в себя наша программа включает. Да, еще. Вот несколько лет назад, когда меня пригласили стать руководителем программы в ЭКСР, вот, для меня было очень важно положить в основу программы принцип любящего присутствия. И вот, ну, все те, кто бывают на наших мероприятиях, как раз отмечают особую атмосферу. Любящее присутствие – это принцип безусловной любви и принятия, и само по себе уже это поле, это пространство, атмосфера являются целительными, да, являются исцеляющими, и могут запускаться тогда очень глубокие процессы. Как я сказала, у нас есть обучающая программа, есть терапевтические группы, на которые вы можете прийти, есть индивидуальная терапия, терапевты нашего центра, индивидуальная супервизия, групповая супервизия. Также два раза в год мы проводим фестивали. 18 декабря вы можете принять участие в фестивале «Снежность». Да, «Снежная» и «Нежность». Вот фестивали у нас проходят в формате очном, групповая супервизия будет в формате онлайн, индивидуальная супервизия, возможно, и очная, онлайн, индивидуальная супервизия очная, онлайн. А вот терапевтические группы сейчас идут очно, и обучение, да, проходит очно. А конференции у нас бывают. Вот, у нас была очная конференция, я о ней говорила, упоминала. И по поводу следующей конференции мы думаем. Она будет очно, онлайн, может быть, в смешанном формате. Вот, и да, есть вебинары, ну, понятно, вебинары – это формат онлайн. Циклы вебинаров, вот, некоторые уже проходили, и вы тоже можете обратиться в институт, узнать, какие именно циклы были, и можно приобрести записи. Вот, ну, вот, что-то еще, например, журнал «Грани телесности», о котором я говорила, который упоминала. Ну, и мы хотим развиваться в дальнейшем, может, делать выездные мероприятия и так далее. Дальше. Ну, собственно, то, что хотела сказать вам я. У нас остается немножко времени. Может быть, есть вопросы, пожалуйста, для... можно в чате писать или включить микрофон. Вот я открываю чат. Ага, да, про что онлайн, что очень, я уже ответила.
какой-то вопрос можно вот и по материалу, да, и по нашей программе, или просто можно дать свой отклик, вот, да. Катя, да, дала отклик, благодарю, было познавательно, я рада. Спасибо большое, Ирина. Было приятно с вами снова увидеться. На самом деле, ну, для себя сложная тема работы с запросом, потому что она проходит как бы через, ну, всю ткань. И важно еще раз было для меня вот расставить акценты, на что куда смотреть и какие-то вот ориентиры такие. Потому что очень легко вот за всякими этими техниками там потерять вот эту вот основную канву. Вот, ну и мне кажется, что куда-то это мне там зашло. Так что спасибо большое. Отлично, да, рада была видеть, Ирина. У нас, кстати, есть еще отдельный цикл вебинаров, уже проходил «Тактики и стратегии терапии». Вот. А я на нем была. Вот я все такое, да, стратегическое. И книгу сейчас уже хочу купить, вот эту вот про структуру характера. Хорошо. Ага. Смотрю чат. От Эльмира благодарю вас, Ирина. Да, рада была видеть. Так, Диана, спасибо за подробную и нужную информацию. Да. На благо. От Натальи. Спасибо. К сожалению, слушала в транспорте, периодически зависала в первую часть. Можно ли потом посмотреть эту запись? Ну да, как я предполагаю, эта запись, да, будет потом доступна, да. А, ага. Вот, да, Галина, наш менеджер как раз, она здесь с нами. Обратите внимание на контакты. Галина выслала, да, по всем вопросам. Вот. Галина пишет, запись пришлем всем на почту, которую указывали при регистрации. Спасибо, Галина, за быстрый ответ. Инна пишет, спасибо, согласна с актуальностью темы для работы. Да, да. Полина, да, Ирина, спасибо. Сердечко вам тоже, Полина, сердечко. Ура, спасибо, Ирина, у вас очень мягкий и приятный голос. Спасибо. Сердечки, цветочки, да. Да. Вот мне кажется, что у нас здесь даже за этот час создалась вот эта атмосфера любящего присутствия. Вам так не кажется? Это очень важно. Я хочу поблагодарить вас всех за внимание. Да, спасибо, что пришли, вот, смогли участвовать. Вот. Кто будет смотреть в записи, да, тоже передаем привет. Вот, надеюсь, что было интересно, познавательно, каждый для себя что-то взял. Вот, и спасибо, да, институту за организацию нашей техподдержки Анастасии, да, менеджеру Галине, да, всем тем, кто участвовал, да, в организации этого мероприятия. Я надеюсь, до новых встреч. Все, всем спасибо. Ждем вас на фестивале. До свидания.